Ты жестко держи брат вообще. Я шатаю. Двигай, куда же мы поедем? Да не идет, ни хрена, да. А зачем я буду свою? Значит, чем? О, я расслабил глаз. Да? О, а я раз не идет. Поищу, поищу. Я долго так специально. О-о-о. О, а он не расслабился. Вот я, а там напряжение не ждал, да? Я опа, не брал, да? Я специально. Вот слышишь, смотри, оп, и не идет. Я вот ровил, повел и на глаза. Оп, и опа. То есть видно? Значит, тело само найдет, куда чего. Конечно, когда умеешь, сразу нужно видеть, все, и сразу на том, но это как достигается? Я же тоже стоял, искал, тренировался, да? Примерно раз, не идет, лучше не идет. О, вот так вот стою, ни хрена. Как по сахару, вот вам можно даже вот так походить. О, видно, сколько движений сегодня прошел. А я могу, теперь это же, допустим, движение, ну что, давай. Ходим, я ищу, тренируюсь. Видно, сколько, ну, прошел, какой радиус, да? Теперь это, Саш, ты там корректируешь, чтобы видно. Да не, нормально. Ну. А теперь смотри, я сразу, то, что я ходил, видно, таз у меня такой радиус. А я даже уже сразу этот радиус запускаю, потому что я сразу запускаю. И как опять же на механике, да, на скорость. Если я сейчас, давай, вот ты с нас делаешь. И все, видишь, ты не даешь запустить. А я расслабил, видишь, полезла. Правильно? Как ты скорость включаешь, а там единственное верное, да, как там первая, вторая торговля, а ты куда-то не туда, она трещит и никак не может. Так и здесь. Я вот тебе вижу. Правильно? Нет? Значит, я расслабился, смотри, что получается. Естественное движение пошло. А здесь я крутил даже, да? Значит, ты можешь жестко держать. О, видно? Я же говорю, забираю. Держи. Я раз тебя обманул, пару сил не забрал, да? Ну, то есть я просто отсюда уже есть у нас работает. Я раз подошел, ничего он забрал, да? А сами уже смотрите, что вам в данной ситуации удобнее. Может мне? Давай. О, а мне сейчас, смотрите, рычагом, видно, сколько прошло, рычагом забрал. Долгая, ну и как, не та ситуация, да? А, нет, не любей просто. Видишь, я стою, куда я ударить можно? А мне вот удобнее так. Ну, вообще держи. Видишь, мне вот где-то сейчас удобнее коротко вот это видеть, правильно? Вот, допустим, я что-то, я сейчас сделал неправильно. Ой, и не пошел, а я папа снимала, ну, не важно, папа, я не попала. Раз не пошло, я раз и не пошел. А я дома опору убрал, нет? Убрал опору. И вы будете чувствовать, у вас будет там ни одно, ни так, другое, ни третье, ни десятое. Долго показываю. А палочка не так. А теперь, знаешь, еще сейчас долго покажу. Тазом видно, видно, что идет. Вот не идет, а я вот тазом. Вот, да? А теперь я естественное движение делаю. Вот. Как змея туда, да, она полезла, то есть пошла. Ну, я его проиграл, а тренироваться как надо. Вот, не идет. Надо мне вваливать силы. Не идет человек, да? Блин, надо. Значит, проблема во мне. Его. Вот. И вот я стою еще, да я хоть 100 лет буду стоять. Я расслабился, да? Не идет, да даже по ходу уходить еще. Вот, нашел, куда пошел. То есть кто умный понимает, что можно ли кулаком? Мне зачем на тренировку идти? Раз не пошел, да? Вот. Не идешь, да? Очень хорошо, что пошел. Понимаешь? Значит, я стою, расслабляюсь. Вот я подошел, пришел на тренировку, да? Блин, и вот так вот просто. Как раз не пошел. Ой, не идешь. Видишь, наткнулся на силу. Ни зачем сильнее давить. Я поищу. Я сам расслаблю. О, видишь, что я тут похожу. О, пошел, Стас. Все. И вы так начнете всего человека чувствовать, понимаете? Где он там ломается. О, видишь, я пиваю тебя. Видно, сломал тебя, Стас. Да. Ну поэтому. Это учебная работа. Вот не пошел, я тебе слышу. Вот видишь слабое место, вот ты где там вообще. Ты там перекрыться не можешь, правильно? Вот, ну и так далее. Значит, берем, а я беру рычаг. Я видно ногами хожу, видно сколько ногами. Значит, я ситуацию такую создаю. Видно ногами. Вальс танцевал, к примеру.
Вот вальс танцует, палка. Ну, постанцуйте вальс. Тренер, да? Видно? Ты научился, я вас не зачем полный. Я могу и коротко работать, да? Ну, поэтому ну, научиться-то как. А я бы сюда ушел, а пол убрал. Убрал, да? Удар был, да? И удар был, и... Поэтому вот как учиться? Раз, и... а я расслабился вообще, фиг вот это. Ну, что, прямо, что? То есть, видно? Такая в игровой манере, то есть, на позитиве, не надо там зажиматься. Значит, вот, да? Оп, оп. Ну, ладно, можно, я так. Видишь, вообще, на это учение я прописываю тело, я же не буду. Так буду тоже жестко. О, видишь как? Я расслабился, у меня тело учится, прописывает правильное движение, ноги становятся правильно. О, видишь, о, медленно тазом повернулся, о, а если в этот момент не повернулся, ой, вот это было бы. Я раз, вот видишь, без таза. Значит, расслабляйся, у нас будет крутиться, вертеться.